Rainbow English учебник, шестой класс, первая часть, Unit 2, Step 5 и упражнение номер 10. Запишите, что это за страны. Первое. Один. England. Да, то есть мы, ориентируясь по этой карте, должны написать. Кстати, вот еще кусок. Ладно, нам вот это нужно. Что за страны у нас, под какими цифрами находятся. Если что, у вас карта... Кстати, подождите. Посмотрим. А, но здесь без обозначения стран, здесь только обозначены были города. Это, по-моему, 65 или 66 страничка. Ну, ничего, давайте сами разбирать. Так, первое за вас написали, Англия, второе. Так, вторая сверху, на севере, in the north, на севере находится Шотландия, Scotland. Вот это Шотландия. Номер три. Маленькая страна находится на юго-западе Соединенного Королевства. Вот кусочек такой, скажем, не очень большой. Это Уэльс. По-русски Уэльс. Четвертая страна. Ага, как-то странно у вас. Если честно, в состав Соединенного Королевства входят четыре страны. Вот лучше бы они поставили вот этот кусочек номер четыре. Потому что это не относится к этому Соединенному Королевству. Вот номер 4 – это Ирландия. Но официальное ее название – это Республика Ирландия. Поэтому вот я не знаю, как вам... Ну, давайте так, я пишу Ireland. Это ее, ну, как бы такое обычное название, да? То есть как Россия. Я могу сказать Россия, могу сказать Российская Федерация – более официальное название. То есть смотрите, вот это Ирландия. В скобках пишу более официальное название. Там у нас появляется артикль the, потому что я использую слово republic, что означает республика. Если у вас страна с названием республика, надо ставить the. The Republic of Ireland. То есть если у вас, не знаю, учителя более такие серьезные, требуют рыться в дополнительном материале, можете вот написать полный вариант. The Republic of Ireland, что означает Республика Ирландия. А номер 5, вот этот, который как бы логично было бы разместить чуть-чуть повыше, это Северная Ирландия, и она является уже частью Соединенного Королевства. То есть вы как раз и изучаете, да, последние степы, страны под номером 1, 2, 3 и 5. То есть номер 4 вы не будете изучать, она не относится к Соединенному Королевству, а вот Northern Ireland, Северная Ирландия, относится. И обратите внимание, артикль the ставить здесь не надо, потому что в названии нет никаких слов республика, ни федерация, ни штаты, ни королевство. То есть, кстати, еще напомню вот про это правило с артиклем. Так, ну и вот наши итоги.